Да, Или поэтому я играешь, думаю. либо балуешься. Вы удивляетесь, да? Да. Я танцор профессиональный. Круто! Я аж прослезилась. Всем привет, меня зовут Николай Попов, и это первое видео в этом году. Друзья, ничего лишнего в этом вступлении не будет, просто попрошу вас поставить лайк перед просмотром, подписаться на канал, нажать на колокольчик и можете написать еще комментарий. Давайте в этом году попробуем набрать 100 тысяч подписчиков. Также в этом году хочу организовать свой первый сольный концерт, а также создать свой собственный мерч. Поэтому, если вдруг кто-то разбирается в организации концертов или создании мерча и готов мне в этом помочь, то пишите мне в любую соцсеть, ссылки в описании. Также, кому интересно, можете подписываться на другие мои соцсети, телеграм-канал, группа ВКонтакте, Яндекс.Дзен и так далее. Все ссылки будут в описании. Hi, с вами Ивангай. You from Belarus? Yes, I don't speak English. Это хорошо. Deutsch. You speak Deutsch? Да, ich lerne Deutsch in der Schule. Очень хорошо по-дойч разговариваешь, да? Danke schön. It's very good. Yeah, very good. Я умею играть на гитаре. А я не умею играть на гитаре. А я умею. Ну давай, сыграй кузнечика. Конечно. Я умею кузнечика. Слушай. Это хорошо. Ты удивлена, шокирована? А, вообще-то нет, я тоже умею кузнечика играть. Точно так, как я? Да, как бы не хочу хвастаться, но... Хочешь сказать, лучше играешь? Хочу сказать, что на таком же уровне, так скажем. Прям все струнки дергаешь, ни на одной. Я не знаю, вот что эти струнки обозначают, я как чувствую, делаю. А какие еще умеешь песни играть? Чиназис. Чиназис? Да. Знаете такое? I don't know. Не знаю. Чиназис не знаете, да? Не знаю чиназис. А я стримлю сейчас. О, круто. Да, почему круто? Да не знаю, просто... Ютубе? Да. Заочник? Кто заочник? Нет, я говорю, можно ваш ник? Николай Попов. Сейчас найдем. Какую песню сыграть? Какую умеете? Англичанка. А вы теперь звезды Ютуба. Отлично. Вы довольны? Да. Это Егор Крид на майке. Ура! На гитаре. Какую песню? А какую знаешь? Егора Крида знаешь? Да, Егора Крида. Егора Крида знаю, 3 сентября знаю. А, кстати, он мне в чат рулетки недавно попадался. Вы же знаете, что он стримит? Я его узнал, и я говорю, о, Егор Крид, говорю. А он такой раз... И переключил, когда я узнал. Надо было не говорить. Я как раз смотрел его стримы как-то. И когда его узнают, он всегда переключает. А если его не узнают, он разговаривает дальше. Короче, я немножко ступил. Надо было, типа, сказать, привет, мужик, типа, как будто я его не знаю. Тогда бы, возможно, он бы остановился.
Я думаю, на «вы» будем общаться. Хорошо. Как вам удобнее? Давай, что тебе сыграть? Что-нибудь интересное. Так, сейчас я буду играть что-нибудь интересное. «Титаник», знаешь? Это которая Лолита или как ее? Ну, почти. Ну, тогда сыграй. Сыграйте. Так. Да, мы ж на «вы» разговариваем, да, точно. Это было очень красиво. Нормально, тебе понравилось, да? Угу. Может быть, какую-то еще песню? А можно вот что-то такое... «Пираты Карибского моря». Ого. Это прям... 5 из 5. Нормально. Десяточка. Какая лучше, эта была песня или предыдущая? Ну, мне понравилось и то красивое, прям очень. Это все очень красиво. Прям вдохновляет пойти играть на гитаре. Шикарное исполнение, конечно. Такое творчество надо в массы нести обязательно. Я в свое время тоже когда-то хотела научиться на гитаре играть, но что-то она мне не далась. Хотя мечтала играть тоже на скрипке. На фортепиано играла или нет? Да, да, в музыкальной школе. А, ну, я тоже играл, но мне, кстати, фортепиано сложнее давалось. Может быть, еще... Из-за того, что я думал, что когда я играю на фортепиано, я теряю время. Лучше бы я это время уделил гитаре. А, ну тогда... У меня такие мысли были. Хотел бы уметь играть, но мне кажется, сложно овладеть двумя инструментами на высоком уровне именно прям. Да. Очень крутом уровне. Да. Поэтому здесь узконаправлено все. Или играешь, либо балуешься. Вы будете мне танцевать? Давайте. 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 Thank you.
ты танцуешь? Не, а ты? Я танцую, танцор профессиональный. Давай, потанцуй. Как тебе мой танец? Офигенно. Ну, я профессионал, обучаю людей этому. Можешь записаться ко мне на уроки? Могу, да. Сколько стоит? 3000 рублей час. Нормально. Могу тебе еще на гитаре сыграть. Ну, танцор — это моя работа, быть танцором и преподавать танцы. А гитара — это хобби. Могу сыграть на гитаре. Ламбаду. Нет, умеешь ламбаду? Кого? Да, да. Сыграть. Да, это ваши штаны такие? Нет, это у меня кофта такая. А кузнечика сыграть? Давайте баста выпускной. Хорошо. Сыграл. Какая следующая песня? Давай из группы «Нервы». Знаешь что-нибудь? А, ты меня переключила, да, по-моему, в тот раз? По-моему, да, вы меня переключили. Я не переключал. Да? Вы удивляетесь, да? Да, да. Зачем? По качану. Я умею играть на гитаре. Я помню. Какую песню я сыграл? Кузнечик. А еще что я умею играть? Чиназус. Не умею я такого играть. Зря. Учитесь. Походу. Это Чиназис был? Да. Правильно, видишь? А сколько вам лет? 40. А вам? Нормально. И мне тоже. 40? С чем? Мне плохо с математикой. Плохо с математикой. 40 минус 21. 40 минус 21? Кому, вам? Да. Это сколько, значит? 29, что ли? Блин, подождите, у меня плохо с математикой. Сейчас. Так, 40 вычесть 21. Сейчас тоже не могу сосчитать. 19. Гуманитарий? О, да, мне 19. 19. Ну ладно, я пошутил, мне не 40, мне 29. Ого, получается, вы мне в отцы годитесь. А вы рожали? Нет. А вы? Нет. Да, могу еще сыграть. Давайте. Любую песню. А что вы знаете? Что вы можете предложить? Блин, я не знаю, вот вы сейчас спросили, я не знаю, я потерялась. Круто. Я аж прослезилась. У меня сейчас просто стрим идет, и я прошу зрителей, чтобы они мне подсказывали. О, да? Да. А где вы стримите, на Твиче? На Ютубе. На Ютубе.
Блин, а я вас где-то, ну, лицо знакомо. А почему вы мне сразу об этом не сказали? Да не знаю. Волосы свои, спрашивают? Это ответ был? Ну да, наверное. Все свое. Давайте играем. Фантастиш. Thank you very much. Работаете? Да. Или учитесь? Работаю и учусь. Кем? Стилистом. Учусь на дизайнера одежды. Она рисует, спрашивает? Да. Хорошо? Ну, я учусь на дизайнера, конечно. Очень красивая, симпатичная девушка. Спасибо. А тебе вот такие сообщения нравятся больше всего? Мне все равно, честно. Специально, мне кажется. Да, да, я специально. А вы знаете, на кого похоже? На кого? На мистера Биста. На мистера Биста мне впервые говорят, что похож. Хотя мне очень часто говорят, что на кого-то похож, ну, на разных персонажей. Но на мистера Биста впервые. Ну что, пойдем дальше? Хорошо. Если понравилось это видео, то не забудь поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, написать комментарий, отправить это видео другу. Также подписывайтесь на другие мои соцсети, все ссылки в описании.